голосовании «Урал» или «Днепр» один голос получает 11-й троллейбусный маршрут. Один велосипед. А далее пошли более адекватные люди и отдали свой голос за «Карпач», «Яву», «Хонду», «Вольво», за «Сузуки», «Кавасаки» и «Ноцваген». Два голоса набирают «Субару», три «Ишпланета», по 6 набрали «БМВ» и «Минск». Представляете, «БМВ» и «Минск» – это в какой реальности могло произойти? Ладно, едем дальше. 8 «Трутней» и «Пчеломаток» утвердились во мнении, что «Урал» и «Днепр» не оппозиты. Клиника имени Травкина, я так понимаю. 30 человек из Днепра и Урала выбрали К-750-й. И барабанная дробь, Днепр 128, Урал 94. А еще 7 человек думают, что лучший двигатель — это новый двигатель. Или же откапиталенный и тюнингованный. Ну, насчет нового тут не поспоришь. Да и откапиталенный, в моем понимании, тоже бомба. А вот тюнинг бывает разный, как полезный, так и пагубный. Такой, что укорачивает ресурс двигателя. Как думаете, о каком тюнинге идет речь? Какие доработки негативно влияют на ресурс?